Если есть какие-то вопросы. А это правда, что вы это было включено в список физических заболеваний? Да, да. Хорошо, здесь определенные гормоны, которые возникают в организме там, в определенном порядке, в определенных ситуациях. Были ли какие-то эксперименты по искусственному созданию с помощью инъекции под тех гормонов человеку и симуляции процесса влюбленности? Возможно ли они технические и были ли такие эксперименты? Ну, я такой информации не встречала в интернете, но я думаю, что учитывая то, что прогресс идет вперед, и сейчас есть очень много методов биологии, которые способны на такое, то в ближайшем будущем, я думаю, что таких исследований появится больше. Ну, то есть я не знаю точной информации, что такие исследования будут. Если любовь живет далеко от мужа, есть ли какой-то обоснуй в плане биологии на этому выражению? Или... На самом деле, я тоже откопалась в этом. Оно есть, но оно там какое-то сложное и запутанное, так что лучше в этом уже покопаться как бы самим. Возможно, я, кстати, тоже, мне было это интересно, поэтому я вот тоже сегодня хочу в этом еще разобраться.